Денис Радой, гимназист из Лангепаса, лучший знаток истории среди старшеклассников Югры. Он стал победителем региональной олимпиады. Причем этот успех для него закономерный. В минувшем году на подобном интеллектуальном состязании он тоже стал первым. Любовь к истории Денису привила Ирина Устюжанина, учитель истории. Сегодня ее выпускники учатся и работают в МГИМО и других важных государственных образовательных учреждениях и структурах. Ирина Васильевна уверена, что Дениса тоже ждет большое будущее. Есть у Высоцкого хорошая такая фраза «своя колея». Вот у Дениса своя колея. И поэтапно, как бы его жизнь не бросала, а бросает его и нас всех серьезно сейчас жизнь, он, несмотря ни на что, идет по колее, какая-то протоптанная уже кем-то, чей-то опыт он берет за основу, формирует свой опыт, много читает и читает разнопланово. Очень большая доля, я бы сказала, 90 с лишним процентов, это доля самоподготовки. Вот это колоссальная работоспособность, желание не только быть хорошим учеником, а быть хорошим гражданином, хорошим сыном. Тандем учитель-ученик дает хорошие результаты. Оба по-хорошему амбициозны, привыкли ставить задачи и решать их, придумывать цели и достигать. У Дениса есть мечта, и он к ней постепенно приближается. В первую очередь, конечно, готовиться к ЕГЭ, сдавать историю обществознания. И в целом я наметил себе карьеру юридическую, скорее, вот, и планирую идти к этой цели. Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. Уже через полгода узнаем, по какой профессиональной дорожке пошел гимназист из Лангепаса Денис Ирадой.